Меня зовут Елена Либарановский, я являюсь директором по развитию инновационного колледжа AUTSAP при Американском университете Центральной Азии. В данный момент мы являемся партнерами проекта UNICEF «Девочки в науке», помогаем имплементировать, разрабатывать методологии, то есть на пилотных школах в регионах и в Бишкекической области. Ну, такие мероприятия, думаю, очень полезны, потому что мы находимся в среде единомышленников, которые продвигают те же ценности. Очень классно, что есть возможность где-то отсортировать, получить новые инсайты, да? Не дублировать проекты, что самое важное, да? Чтобы мы не распылялись и делали одно и то же в разных там, проектах. Это очень хорошо, и вот такая общая генерация идей, когда мы определили проблему, и где разные люди с разным бэкграундом могут делиться своим опытом, какими-то наблюдениями. Я думаю, это очень хорошо вообще для таких проектов. Такие воркшопы позволяют выявить какие-то инсайты, которые казались бы на поверхности, но которые не проговаривались. И с точки зрения вот, подхода дизайн мышления, это позволяет закрыть такие какие-то белые пятна. Какие инсайты я получила? Как бы это где-то на кончике языка всегда вертелось. Многие вещи просто подтвердились. Такой воркшоп он позволяет структурировать. Потому что много часто идей, много инсайтов, с этого нужно начать вроде, а какая приоритетность, когда много стейкхолдеров, различных заинтересованных людей, которые понимают проблематику, легче структурировать и начинать с приоритетных целей и задач.